Наконец-то в Ставрополе установилась теплая погода, можно обуть туфли и прогуляться по улицам города. Но в некоторых участках красивой походкой все-таки придется пренебречь, чтобы не получить вывих. В центре краевой столицы полным ходом идет ремонт тротуаров и автомагистралей. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» Ставрополь получил 300 миллионов рублей. На эти деньги полностью отремонтируют две центральные улицы краевого центра – Мира и Лермонтова. Главным сюрпризом для автомобилистов станет асфальтобетонное покрытие дороги, выполненное по новым технологиям. По новым технологиям у нас верхний слой покрытия – это щебеночно-мастичный асфальтобетон, у которого срок служение более долгий, чем у обычного асфальтобетона, за счет того, что в нем отсутствует песок и в жаркую погоду трещины, которые будут образовываться от основания дороги, то есть которые мы не затрагиваем, так называются отраженные трещины, в жаркую погоду на щебеночно-мастичном асфальтобетоне затягиваются. Работы начались месяц назад и уже практически на 80% все готово. Пешеходную зону обновляют красивой плиткой. На дорогах уложили выравнивающий слой и бордюры. Но перед этим заменили все ветхие коммунальные сети на ремонтируемых участках. Благодаря реконструкции также частично разрешится одна из острых проблем города – парковки. Новые места оборудуют там, где раньше были газоны. Но сразу успокоим защитников природы – деревья спиливать не будут. По поручению губернатора основные ремонтные работы проводят ночью, чтобы минимизировать неудобства для водителей. Но жалобы все равно поступают. Пробки увеличились по времени. Можно было делать это ночью, как делают дороги. То, что появятся новые дороги, это хорошо, но то, что сейчас столько проблем с тем, чтобы двигаться, это очень плохо. Неудобства, да. Я вот стою сейчас, опаздываю на работу уже на 10 минут. Конечно, пробочки-то мешают очень. Но потерпеть можно. Конечно, ради такой красоты и удобств мы потерпим. Власти города приносят извинения за неудобства и уверяют, что терпеть жителям и гостям краевой столицы осталось недолго. Уже к 1 июня улицы Мира и Лермонтова должны преобразиться. А это значит, что ключевое событие этого года, студенческую весну стран БРИКС и ШОС, город встретит во всей красе. Масштаб дорожных работ в Ставрополе оценили Екатерина Сегида и Антон Красов, Ставропольское телевидение.